Ведь в нашем субботнем вечере участвуют самые популярные артисты, да? Да. Вот. Они поют самые популярные песни, да? Да. Ну, значит, мы с тобой самые популярные телеведущие, правда? Толенька, это только значит, что мы самые обыкновенные телеведущие самой популярной программы на телеканале «Россия». Субботний вечер! Валерий Леонтьев. Я не пойму, почему устроен так белый свет. Нам то, что есть, ни к чему. Нам нужно то, чего нет. Могу напиток любви с другими выпить до дна. Но ухожу я от них, мне ты нужна одна. Но где ж ты, ягодка моя? Ну где ж ты, сладкая моя? Я так давно ищу тебя, а может, рядом ты и на виду. Спасибо, ягодка моя, спасибо, сладкая моя, за то, что я ищу тебя и знаю, что найду. Мне в дымке лунных ночей и наяву, и в мечтах журавлик в небе милей, чем три синицы в руках. Не буду я одинок на перекрестках любви. Ты для меня огонек, вот-вот зажжешь вдали. Ну где ж ты, ягодка моя? Где ж ты, сладкая моя? Я так давно ищу тебя, а может, рядом ты и на виду. Спасибо, ягодка моя, спасибо, сладкая моя, за то, что я ищу тебя и знаю, что найду. Самая главная проблема для артиста – это что одеть, где купить и что является модой сегодняшнего дня. Надеюсь, что для вас, дорогие телезрители, это такой же важный вопрос жизни. И на этот вопрос, я думаю, ответит суперзвезда нашей эстрады, сам Валерий Леонтьев.
Спасибо, Коля, Коля, да. Коля. Что? Ну хорошо, я промолчу. Итак, на что мне нужно ответить? Мода. Мода. Вы человек-фейерверк. Люди не успевают следить за тем, в чем одет Леонтьев, что у него нового, как уследить за модой. Мне кажется, что Леонтьев даже идет впереди моды, потому что когда-то я видел костюм, который вы одевали на одну программу, и потом Дольче & Габбана ровно через какое-то время выпускает такой же костюм. Вот они всю жизнь вот так за мной тащатся, потом Дольче & Габбана, Дольче & Габбана, понимаете, а я вот так... Мода – это замечательная игра, одна из самых азартных игр, придуманных человеком. Придумана была еще в пещерах. Кому-то шла мамонтовая челюсть, кому-то шла шкура лани. То есть с тех пор ничего не изменилось. Валерий Яковлевич, а скажите, пожалуйста, а вот как вы справляетесь со всеми костюмами? Я знаю, что вы сами когда-то шили себе костюмы. Что вы посоветуете вообще всем нашим телезрителям? Как относиться к моде? Следить за ней, бежать впереди нее, сзади нее или просто идти в ногу со временем? Развлекаться. Развлекаться – это шоу, от которого надо получать удовольствие и выбирать из всех предлагаемых образов тот, который соответствует вашему внутреннему состоянию. Дорогие друзья, сейчас, я надеюсь, ваше внутреннее состояние будет себя чувствовать только комфортно, потому что на сцене человек, который делает супершоу в нашей стране, Валерий Леонтьев. Запретные желания, ты соблазняешь толпу невинными губами, фотомодель. Ты разрываешь сердца и модные обложки, ты по осколкам любви крадешься осторожно. Ты словно львица живешь, но ты осталась кошкой, фотомодель. И я, как сновидений фотография. Я и ты разводим прошлого мосты. И я обыкновенная история. Лишь во сне мы можем быть наедине. Ненавидишь рассвет, ты королева ночи. Ты стекло холодно, скандально и порочно. Ты начинаешь роман и тут же ставишь точку, фотомодель. Ты с папарацци ведешь игру на поражение. Ты в дорогих зеркалах купаешь отражение. Ты сновидение, а я фотограф сновидений, фотомодель. И я, как сновидений фотография. Я и ты разводим прошлого мосты. И я обыкновенная история. Лишь во сне мы можем быть наедине. Фото, фото, фото модель. Я и ты разводим прошлого мосты. И я обыкновенная история. Лишь во сне мы можем быть наедине.
Дэй. Субботний вечер и ваши фотомодели.